Знакомьтесь, Роджер Вэр, предприниматель, инвестор, филантроп, большой поклонник биткоин и блокчейн. Вэр родился в США, посещал Деанза Комьюнити Колледж, но не окончил из-за раннего интереса к бизнесу. В 1999 году он стал генеральным директором Memory Dealers, где проработал 13 лет. Он начал инвестировать в биткоин, когда цена на него составляла еще около 1 доллара. С 2011 года Роджер – основатель и советник The Bitcoin Foundation. Также он является генеральным директором Bitcoin.com. Вэр инвестировал во многие известные биткоин-стартапы. Среди них BitPay, Ripple, Blockchain Info, Kraken, ShapeShift и Perse.